Какую вы в быту используете воду? В пищевых целях. Из-под крана. Почему? Не боитесь? Все нормально? Не, не боимся. Организм привык уже. Вон этот, как у певец-то американский, негр этот, все старался, все, помер. Вот так. Так что организм привыкает, все уже, организм закрепляется. Из колонки. То есть у вас своя колонка? Из подземной воды, которая на улице находится, Шляково. То есть вы пользуетесь колонкой, да? У вас нет общего? У меня просто сломалась, ЖКХ не хочет ремонтировать. Хотя это общежитие, не знаю. Ну, из колонки как вы сами оцениваете по вот вкусовым качествам? Мне сложно сказать, как бы выбора нет особого. Фильтрую. То есть из водопровода, но фильтрованно? Да, да. Через фильтр фильтрую. Почему? Ну, как бы так удобно. У меня на работе и дома то же самое. Мы самую замечательную воду используем. Какую? Откуда? В основном из-под крана. У нас скважина, она очень глубокая, и оттуда замечательная вода выходит. Фильтрованная, да. Почему? Ну, потому что в этой у нас воде, ну, я по моему мнению, что наверняка есть хлорка там какие-то там. Ну, вот и пользуемся фильтром. Покупная бутылка? Конечно, конечно. Но это вот для того, чтобы приготовить, да, вы используете в пищевых для целях? Для всего. Для всего. Что нашу воду использовать для чего нельзя. 50 на 50. Иногда из источников, иногда из магазина. Угу. Почему? А водопроводная? Нет. Даже с фильтром не пользуюсь. Ну, даже был фильтр, сейчас уже даже не фильтруем. Из водопровода. Откуда берете воду? Ну, как все, из-под крана. Да, если в чайнике кипятишь, сырую не пьем, пользуемся просто обычной водой.